Сегодня состоялся политсовет местного отделения партии «Единая Россия». Его провела секретарь отделения Юлия Купецкая. Главная тема встречи – эпидемиологическая ситуация в регионе. В Серпухове на сегодня коронавируса не выявлено. Но если инфекция доберется до городского округа, учреждения здравоохранения готовы принять пациентов. Об этом членам политсовета рассказала Юлия Купецкая. С завтрашнего дня пожилые люди возраста 65+, должны оставаться дома. Это необходимая мера для сохранения их здоровья. Когда-то эти люди дали нам жизнь. Вот сейчас то время, когда мы должны позаботиться об их жизни. Наша максимальная задача – донести до всех своих, чтобы эта категория граждан осталась все-таки дома максимально, различными способами. И наше возрастное поколение все-таки должно сделать то, чтобы их бабушки, дедушки, родители все остались по домам. Для пенсионеров, которые будут соблюдать режим самоизоляции, в Московской области предусмотрена выплата в 3000 рублей. По всем возникающим вопросам они могут обращаться на горячие линии правительства Подмосковья и администрации Серпухова. В городском округе сейчас формируется волонтерское движение. Неравнодушные люди обзванивают пожилых людей, беседуют, спрашивают о нуждах, помогают с покупкой продуктов и лекарств. Единороссы – это предприниматели, депутаты, руководители предприятий, готовы тоже влиться в ряды волонтеров. Сейчас в это такое непростое время надо соблюдать спокойствие и, самое главное, позитив. И, конечно, мы готовы оказывать всяческую поддержку администрации города, всем жителям города, для того, чтобы вместе, я считаю, что самое главное, нам нужно быть вместе, пройти это непростое время. Мы всегда готовы помочь нашим бабушкам, дедушкам, мамам, папам. Мы их не оставим в беде. Я хочу сказать, чтобы они не переживали, они без еды не останутся. Мы накормим, напоим, придем, поможем. Юлия Купецкая отметила, новые ограничительные меры в регионе вводятся ежедневно. Все они направлены на профилактику и недопущение распространения инфекции. Поэтому важно отнестись ко всем требованиям с пониманием, позаботиться о своем здоровье и здоровье своих близких.